Если кто-то замерзнет или захочет выйти раньше, здесь же будет вход, здесь же будет видно, как внутри не бегать, не прыгать, не натрагиваться до ледяной изоляции и не залазить. Но дети до 14 лет строго в сопровождении. Если нас там закроют, мы будем мясом архип. Вот это минус градусы пошли. Это когда мы открыли. Пойдем. Удалось создать городской среди объект, который позволит зрителям совершить небольшое путешествие в царстве льда и снега, насладиться красотой величайших кристаллов, которыми покрыты колонны и стены пещеры, и самим ощутить глубину и величие природы Севера. В то же время ледяная пещера – это важнейший символ в искусстве и в истории. Мы знаем, что первобытные люди не только находили кров и воду в подземных укрытиях, но и создавали здесь